У меня для вас есть новость. Значит, что вам нужно будет сделать? Домашнее задание. У кого нету денег? Берете чистый лист бумаги, только белый. Можно вот такой плакат. Можно вот такой плакат взять. Чистый лист бумаги. Пишите на нем большими буквами. Нет денег. Покупаете 4 листа. Такой ватман. Нет денег. Значит, покупаете 4 листа. Где вам нужно его повесить? Нет, лучше 5. Давайте, 5 листов. Первое. Вешаете этот лист, там вот нет денег. Поставьте плюсики. Нет, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, у кого действительно нету денег. Восклицательные знаки поставьте, у кого нету денег. Угу. Уже некоторые знают. Вот это рабочая методика, да. Так, чайнику сейчас объясним, для чего это после этого процесса. Угу. Итак, восклицательные знаки, ребята, у кого нету денег, давайте. Я понимаю, что это страшно, сыкотно, нету денег, отлично. Записываем за мной домашнее задание, отлично, человек 50, больше, ух. Добрый вечер, река, добрый вечер, у нас тут вебинар идет. Спасибо за честность, но тем не менее. Итак, есть, но пока недостаточно. Мне тоже недостаточно, кстати. У меня есть одна проблема, я сейчас с вами поделюсь после этого. Нет денег. Пишите на листе «нет денег». Вешаете первый лист на холодильник. Почему? Потому что, блядь, у вас всегда есть пожрать. Всегда. Пойдите загляните, у вас там сарделька лежит. В кулечке таком целлофановом. Целлофановым с веревочкой, блядь. У вас всегда она там лежит. И кетчуп на стеночке холодильника лежит у вас там. Вешайте туда, нету денег. Второй. Где? Там, где мы любим. Да, сказал оператор, но я такое в голос не могу сказать. Что вы там делаете? Вешайте с обратной стороны, вместо обезьяны с девушкой голой, которая у вас там находится на двери, плакат. Вешайте, нету денег. Дальше. Третий. Вешайте на дверь. Вы же выходите, да? Вешайте, вот нету денег, и повесьте снаружи. Давайте снаружи тоже повесьте, чтобы если люди, соседи проходили, о, нету денег, и пошли дальше. Чтобы они знали, что у вас нету денег. Это у нас 4. И 5, где вы просыпаетесь. Чтобы утром ваше автоматическое действие, которое приводит ваш iPhone в действие, где вы проверяете социальную сеть, всегда у вас есть. У вас у всех айфоны. Вы прям молодцы. Пишите, тоже там нету денег. Дальше, следующее, это серьезно. Что вы делаете дальше? Вы встречаетесь, когда встречаетесь с плакатом глазами? Встречаетесь, вы поворачиваетесь к нему. Делайте вот так вот руки. Говорите, нет денег. Поклоняетесь. Встаете и говорите, и не будет. Опять. Проснулись утром. Нет денег. И не будет. Покакать пошли, сели, нет денег и не будет, потому что их, блядь, надо создавать. Они сами по себе не появляются. Понимаете, они не появляются сами по себе. Вот это нужно уяснить. Если вы не начнете двигаться в своей жизни, дорогой, выгляни, пожалуйста, не выросли ли там деньги у меня на окне, я вчера сажала. Да? Они не будут появляться, ребят, не будут. Вот у меня есть проблема. У меня такая есть очень серьезная проблема. Мне надо, чтобы каждый день мой банковский счет пополнялся. Каждый день. Вот я купил поездку на Мальдивы. Мне надо, чтобы в этот момент, когда я покупал, у меня еще больше было денег. Я купил компьютер, покупал оборудование, телефон, неважно что. Поехал на ТО, заплатил 4000 долларов за машину, чтобы там поменяли на моем джипе все, там, которые детали износили за 100 тысяч километров. В этот момент мой банковский счет. Это у меня. Кто из вас тоже имеет такие проблемы? Напишите «я». У меня такая же проблема, я хочу каждый. Вот прям болит душа. Кто? Покажитесь, роднули мои, у кого из вас болит душа, чтобы каждый день появлялись у вас деньги. Для этого партнерскую программу сделал. Понимаете? Вот если ничего не менять в своей жизни, это вот тотальнейшая эпидемия иллюзии того, что в моей жизни что-то произойдет. Вот поменяется жизнь, и я выйду, и тут чемодан пришел. Кстати, мой тренер тоже хороший. Есть 3 варианта, как заработать деньги. Первый вариант – начать убивать. Вот мне говорят, вот он заработал, но мы знаем, что он пошел по трупам. Ну да, вот первый вариант. Второй вариант – ждать, пока появится ваша прабабушка в Америке, пришлет вам чемодан денег. Третий – фигачить. Вот третий самый вероятнее того. Выбирайте 3 варианта, другого нет. Нет другого варианта. Все. Начать идти криминалом, ждать бабушку,
третье фигачит. Выбирайте.